Всем привет, ребята! С вами снова Эдисон. Добро пожаловать в новую серию наших мини-игр, где сегодня мы будем играть в Build Battle на сервере Hypixel. Ну что ж, поехали! Опа, опа, наступает жопа, потому что скелетон. Ух ты, нифига себе, нам скелетона нужно построить. Ну, давайте попробуем. Честно, ребята, я не знаю. Я, может, и хорошо строю, но я хорошо строю... давайте, 1, 2, 3, 4. Так. Давайте вот так. Я хорошо строю, когда я строю дома, когда я строю города и еще что-то такое. Потому что перед тем, как построить, я планирую. Ага, то есть я буду это строить так, я буду это строить так, я буду это строить так, да. То есть я представляю себе в голове, как вообще у меня будет выглядеть город. Когда вот так у тебя есть 5 минут. И это тебе давит прямо на мозги, потому что ты думаешь, а, нужно успеть как можно быстрее, нужно успеть. И ты первый раз в жизни вот это строишь, то, мне кажется, это не совсем получится, потому что, ну, тяжеловато. А я еще, если честно, вообще никогда не строил скелетона. Я не знаю, честно, ребята, что это у меня получается. Получается какая-то... фигня, можно и так сказать. Я не знаю. Так, давайте посмотрим, что у нас тут есть. Давайте вот это возьмем. Я не знаю, зачем это. Как у нас вообще скелетон выглядит? Вот, скелетон. Ага, ясно. Так, сейчас. 1, 2, вот так. Давайте еще вот тут тогда продлим. Тут у нас будет 2, значит, блока. И тут мы тогда построим скелетона, да? Так. Один... сколько тут у нас? 1, 2... Ух ты, я даже не знаю. Быстренько. 1, 2... Ух ты, это нужно, наверное, вот так делать, в 5 блоков, потому что если мы построим в 4 блока в ширину, то это получится не очень красиво. Дальше. А, нет, 3 минуточки. Сейчас. Так, это сюда, быстро. 1, 2, 3. Да, я слышу. 3 минуты у нас осталось. Дальше. 1, 2, 3. У нас есть грей. Вот, грей. Давайте вот это, что ли, поставим. 1. Хотя, мне кажется, это не очень круто будет. Да, в принципе, и так нужно было, наверное, вот так делать. Вот так. А, фиг его знает. Нужно, наверное, вот так, что ли, было делать как-то. Вот так, наверное, нужно как-то было делать. Но это уж слишком как-то много и чересчур, потому что... ну, такая башкенция, это будет уже слишком большая. Не, ребята, я не успею. Это, знаете, у людей хотя бы есть некоторая практика, которые играют в Build Battle. А я первый раз, можно сказать, в него играю. Да, я пробовал там, делал пробные заезды все же, но... построить скелетона первый раз в жизни, и, в принципе, вот так на ходу, это не совсем просто. Может, вы какой-то там прям капитан строения, и знаете все, как просто построить, но, к сожалению, я не такой. Так, давайте тогда еще немного поднимем. Я бы еще ему, конечно, лук зафигачил в руки, но вряд ли у меня это получится. Вряд ли у меня это получится. Ребят, я извиняюсь, если я всякую фиготню строю, но, честное слово, я первый раз в жизни строю скелетона. Я даже не знаю, как он выглядит, потому что, по сути, я в ванильный майн толком не играю, и я, можно сказать, даже никогда не видел, как выглядит скелет. Не, конечно, я видел, но я не запоминал, как он выглядит. Так. Опа. Мне вряд ли я успею что-то достроить. Вряд ли я, конечно, успею это достроить. Но хотя бы вот тут так сделать, чтобы казалось, что это, ну, хотя бы скелет. Более-менее. Голову мы построили. Так, это давайте уберем. Голову мы построили, поэтому уже хотя бы будет впечатление, что это скелет. Вряд ли тут есть какое-то впечатление, что это скелет. Ну да ладно. Так, это сюда. Ручки. Опа. Быстренько, а у меня есть еще... у меня есть еще тут парочка секунд. Так, вот. И вот тут. Вот, и сейчас. А, да вряд ли я уже успею. 1, 2, 3, 4. 1, 2...
два, три, четыре. Сейчас 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Ай-яй-яй-яй, подождите, 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 подождите. Ну хотя бы что-то я. Ух, там такие ноги. Там такие ноги кривые получились. Я это даже не заметил. Ну, прикольно, поставлю хорошо, прикольно. Только башка, но все же. Так, это что у нас? Ага, это он как-то не туда. Ну вот тут, смотрите, это не очень. Я поставлю не прям какашка, но смотрите, тут прям не очень так получилось, если честно. Вот тут круто, но он вроде его не достроил, что ли? А, нет, достроил. Но тоже, видите, башка кривая, так как у меня ноги такие кривые получились, что это с ума можно сойти. Ну, пока что пускай будет хорошо. Точно, там же лучше бы... А-а-а! Ну вот это, ребята, это супер-пуп, потому что, ну что это за хрень? Это много фантазии не нужно, чтобы это построить? Так. Вот это прикольно. Я поставлю... поставлю хорошо. Лук, конечно, не туда смотрит, но... Я забыл ноги поправить. Они там такие кривые получились, что с ума можно сойти. Да. Не говорите, что я ставлю супер-пуп, ребята, не по правилам. Я... должен был поставить сюда легендарное, что ли? Это какашка, если честно. Вот это моё... ноги, конечно, ну смотрите на эти ноги, смотрите на их. Ну, опа. Да. Ну, я поставлю пуп. Не супер пуп, хотя бы не поленился деревья построить и вот это. Не построить, а посадить. Мне нужно было, я вместо тетивы вот той на луке. Так, это прикольно, пускай будет. Я вместо тетивы поставил вот этот блок. Ну, обычный с майна. А нужно было поставить не блок, а нужно было поставить нить. Не нить, а паутину. Но у меня там оставалось 10 секунд, поэтому я так на быструю руку. Вы видели, что я строил там лук, и я, если честно, не успел. Это первое место. Лук, который стреляет себе в руку. Вот эта хренотень заняла первое место, а мое четвертое место. Да вы издеваетесь, наверное. Ну ладно, ладно, давайте еще одну игру. Ух ты, пух ты, нужно ад построить. Я не знаю, честное слово, я не знаю. Блейзы нужны. Блейз был... вот, да, Блейз, госты нужны. Гост. А, я не знаю, честное слово, ребята, я не знаю, как... Нижний мир нужно построить, да вы, наверное, с ума сошли. Как это вообще возможно построить Нижний мир тут за пару минут? Не знаю, ребята, я буду стараться. Честное слово, я ради вас постараюсь, чтобы вы мне не говорили, что я там какой-то ленивый. Я постараюсь построить Нижний мир. Это, конечно, будет очень тяжело, потому что, ну, я не представляю, если честно, как его строить. То есть, как? Как можно Нижний мир построить вот тут? Ладно, лаву. Лаву вот сюда, да? Лаву мы сейчас зальем. Уже минута прошла. Да вы с ума сошли. Тут, знаете, если вы хотите убить время, если у вас там через полчаса, не знаю, сериал по телевизору выходит, или там еще что-то через полчаса, и вы хотите убить время, поиграйте в Build Battles. Тут у вас полчаса пройдут за... Действительно, за пару минут они у вас пройдут. О, так, сейчас, смотрите, что можно построить. Смотрите, что можно построить по приколу. Конечно же, по приколу. 1, 2, 3. И сейчас 1, 2, 3. Вот так даже можно. Сейчас что-то Эдисон придумает. Так, это сюда, это сюда, это сюда. Это сюда можно, это сюда, сюда. Сюда, 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 сюда. Ну, дерево, конечно, у нас не очень получилось. Вот так лучше. Вот как-то лучше вот так. Вряд ли кто-то оценит вот это, да, если честно, я это не очень оцениваю. Но я строю все на ходу, потому что, ну, сами видите, что... Ну, это как-то чересчур они переборщили с этим. Я не знаю, как это вообще построить можно. Это сюда можно как-то... Как-то вот так, знаете, рандомно. Вот так, дальше. Точно, знаете, что еще можно? Что еще можно? Вот это можно построить...
как-то тут гору такую небольшую, какую-то маленькую можно ба-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 
игроки построят, что у них вообще получится? Потому что это, ну, тяжело. Я еще никогда такое не видел, чтобы Нижний мир нужно было строить. Как это вообще? Как это вообще Нижний мир построить? Блейзы. Так, это можно тоже вот так. Это сюда. Вот. Тут тоже можно как-то вот так. Точно, еще песок душ. Еще песок душ можно. Вот. Еще можно же песок душ. Вот так. Ага. Ну, вряд ли, если честно, вряд ли это кто-то оценит, но я стараюсь. Честно, ребята, вот я стараюсь. Так, дальше. Это можно сюда поставить. Кто там еще бывает? Слайм. Огненные слаймы там бывают. А кого тут еще можно заспайнить? Спайдер, зомби, гаст. Вот, гаста можно. Слайм, скелетон, эндер. Ну, эндер от... О, зомби пигмена можно. Эндермен, кейв, спайдер, блейз. Магмакуб. Вот, магмакуба можно заспайнить. Вот так можно поставить. Тут еще. Зомби пигмен. А это... Как это можно удалить? Никак. И что тут можно? Что тут? Знаете, давайте сделаем лежаки. Я не знаю, зачем, по приколу. По приколу мы сделаем лежаки. Вот так. И вот так. Так, это сюда. Это сюда. Это сюда, это сюда. И тут можно... О, вот тут давайте гаста. Опа, а где он? А где он вообще заспавнился? Или он не заспавнился? Это что такое? Particles, Redstone, Angry Villager. Хрен его знает, если честно. Так, фиг его знает. Ребята, я не знаю, что с этого получится. Конечно, фигня тут всякая получится, но... Я извиняюсь. Я извиняюсь. Но я ничего лучшего не придумал. Нифига себе, тут падает. Я ничего лучшего не придумал. Я прошу прощения. Я не знаю, как вообще Нижний мир можно построить тут в Майнкрафте. Это какой-то сумасшедший дом. Я хочу просто посмотреть, как другие игроки сейчас построят Нижний мир. Мне просто интересно. Давайте. Ладно. Пуп. Не ставлю супер пуп, потому что это близко, да, то есть портал. Ну... Сколько я там парился, а он поставил портал. Ну, вот это прикольно, вот это прикольно. Вот. Хорошо даже. Дальше. Ну, пускай будет тоже хорошо. Прикольно. Он, правда, портал даже не поджег. Ну, лава и вот это все. Ух ты, а вот это да, прикольно тоже. Даже поставлю good, не понравилось. То есть, и да, и чувствуется тематика. Он, в принципе, все сделал в этом аду, что прям чувствуется, что ты в аду. И даже вот это поставлю. Ага, ну, если я в следующий раз буду играть, то я буду знать, как вот это строить. Сейчас я уже буду знать, как вот это строить. Первый раз, честно, я... Во, вот видите, то есть... Ага, как они вот это строят. Я good ставлю, потому что мне это нравится. Вот как они это строят. Ну, в следующий раз я буду знать, ребята. В следующий раз я буду знать. Ну, не хватило времени вот это все забабахать вот этим незераком, да? Вот это все так быстренько забабахать вот этим. Это как-то даже очень быстро. У меня бы, наверное, времени не хватило. Ну, да. Да. Я знаю, ребята. Я знаю. Вот, смотрите. Пупы, супер пупы ставят. Пупы ставят. Ну, понятно, что я тут ничего не выиграю. Но все же. Мне просто хотелось посмотреть... Ну да, вот. В следующий раз я уже буду знать. Мне просто хотелось посмотреть, как это другие игроки строят. То есть, вот видите, они это все забивают, потом лаву разливают, потом пигменов, ага. Ну, в следующий раз я буду знать. Да. Это мне нравится, поэтому я ставлю оки. Да. Я просто не знал. А тут есть какая-то команда, чтобы это все сразу вот так засетать вот этим незераком? Или это вручную нужно? Но вот это не очень. Или это все вручную нужно?
А фиг его знает. Мне кажется, он вручную, наверное, нужен. Ну, по сути, это даже просто. Я просто не знал, как это... Вот, да, у меня 7-е место. Ну, я, если честно, просто-напросто не знал, как вот это строить. И вот сейчас запоминайте, ребята, запоминайте. В следующий раз я буду знать, как вот это строить. В следующий раз я буду знать. Ладно, ребята. Ух, давайте на этом заканчивать. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Если набираем 100 лайков... Будет больше мини-игр. Я за первый раз извиняюсь, я нифига не выиграл, но я хотя бы получил какой-то опыт, да, на следующий раз. То есть, как это все нужно строить. Я ад не знал, как строить, сейчас уже буду знать. Нужно даже было портал построить. Но, ребята, всем спасибо за просмотр. Оставляйте свои комментарии. Чем больше комментариев, тем я больше рад. Я читаю каждый ваш комментарий и также постараюсь ответить на каждый из них. Подписывайтесь на мой канал, вступайте в нашу банду крутых перцев. Всем спасибо за просмотр, всем удачи, всем пока.